Дорогие друзья, только сейчас, спустя год, мы приступаем к монтажу шоу «Однажды в Болливуде», которое состоялось 10 апреля 2022 года в МБУ ДК «Химволокно», город Тверь. В нашей программе приняли участие наши друзья-артисты из Москвы, Домодедово, Санкт-Петербурга, Новосибирска. Мы от всей души благодарим вас за то, что приехали к нам в Тверь и украсили наше шоу. Я от всей души благодарна руководству МБУ ДК «Химволокно» за полную поддержку проведения такого красивого большого проекта. Скоро, совсем 9 апреля 2023 года, у нас состоится шоу, которое называется «Амрапали. Танцы сквозь века. От древности до наших дней». Шоу состоится 9 апреля 2023 года, также в МБУ ДК «Химволокно», город Тверь. Мы ожидаем наших артистов из Москвы, Домодедово, Санкт-Петербурга и других городов России. Добро пожаловать к нам! По древней индийской традиции мы просим наших уважаемых гостей зажечь лампаду. Мы приглашаем руководителя шоу-балета «Амрапали» Лину Гойл. Руководителей комплекса отелей «Ситара» Ратнеш Гойл, Рон Гойл и Рупеш Гойл. Руководителя школы индийского классического танца «Чакар», город Москва, Екатерину Селиверстову. Руководителя студии индийского танца «Анугама», город Санкт-Петербург, Анну Мощак. Руководителей ансамбля индийского, восточного и цыганского танца «Амрита», город Москва, Ирину Алишак и Андрея Бурыгина. Руководителя Дворца культуры «Химволокно» Алису Владимировну Николаеву. Учителя языка хинди, руководителя детской студии индийского танца школы номер 653 имени Рабиндраната Тагора Санкт-Петербурга Юлию Пищук. Руководителя группы «Бомбей Дэнс», город Москва, Алину Ясмин. Руководителя коллектива индийского танца «Лила Прэм Микс», город Домодедово, Татьяну Кличникову. Руководителя школы танца «Эльбери» Елену Белову, город Новосибирск. Директора ресторана индийской кухни «Дхаба» Сингх Сунил Кумар. Директора компании «Знаток» Александра Тихомирова. Мы просим зажечь лампаду. Почетных гостей и приглашаем их занять свои почетные места в зале. Леди и джентльмены, мы рады приветствовать вас на незабываемом шоу «Однажды в Болливуде». Через мгновение мы начинаем.
Фото и видеосъемка категорически приветствуются. Приятного вам просмотра! सत्य कथा पुरुषार्थ कथा सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा चढ़ते सूरज सा तेजवान वो कीर्तिमान हुंकार भरे जब पूछ करे हर थर कांपे आसमान वो राजपुत्र वो शूरवीर पर्वत को भेद दे उसके तीर शांति का स्रोत करुणा की धार निर्धर झरे मन से अपार वो राजपुत्र वो शूरवीर पर्वत को भेद दे उसके तीर है शाक्य वंश का वो तारा जगमग है जिससे जग सारा आरंभ हो गई निर्वाण प्रथा सुनो सुनो ये बुद्ध कथा संसार में दुख का कारण क्या संताप शोक का निवारण क्या संसार में दुख का कारण क्या संताप शोक का निवारण क्या इस खोज में सब कुछ त्याग दिया हर वैभव से वैराग लिया वो सृष्टि से संयुक्त हुए सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध हुए Добрый день, дамы и господа! Мы безмерно счастливы видеть вас сегодня в этом замечательном зале на прекрасном шоу «Однажды в Болливуде», подготовленном шоу-балетом индийского танца «Амрабали». Нам очень приятно видеть в этом зале друзей, почетных гостей, деловых партнеров и всех, кто любит культуру Индии. Сегодня вы почувствуете весь вкус и колорит индийского танца. Погрузитесь в атмосферу невероятной энергии, музыки и чувств. Но начнем мы с самого глубинного. Ведь все классические танцы в Индии берут свое начало в храмовых искусствах. Танец издревле считался формой служения и поклонения Всевышнему. И, конечно, сам танец, как и танцор, его исполняющий, является подношением всемогущему богу танца Шиве. На сцене студия индийского танца «Анугама», город Санкт-Петербург. Ваши аплодисменты! Thank you.
Танца Амрита, город Москва. Yeah.
последнее время Болливуд все больше ориентируется на суфийскую музыку. И почти в каждом фильме есть суфийский номер. Так что же делает суфийскую тему столь популярной? Суфийские Болливуд-песни имеют универсальную привлекательность, поскольку они являются песнями о глубокой любви не только между женщиной и мужчиной, но и о любви Всевышнему. Мелодичная северная музыка Хиндустани унесет ваше сознание прямо в небеса, а поэтический язык урду поймут без перевода многие зрители, ведь у языка урду арабские корни, как и у многих родственных языков. Давайте убедимся в этом, посмотрев танец «Взываю к тебе», где главный герой восклицает к небесам в мольбе о мире и гармонии. Он готов отдать свою жизнь ради милости Всевышнего и счастья своего народа. Под ваши бурные аплодисменты шоу-балет индийского танца «Амрапали». नचदे वे कंधे तेरे नचदा वे मेरा सीना धोएंगे ईमान कैसे दिल के दोनों ना बिना नचदा कुफरा नचदा शुकरा नचदा वे बंदा तेरा नचदा वे मेरा औलिया नचदा कुफरा नचदा शुकरा नचदा वे बंदा तेरा नचदा वे मेरा औलिया नचदा वे इश्क तुम्हारा चंदा भी तोड़ के तारे नचदा वे मारा मारा नचदा बादल नचदा सावन नचदा आँखों का काजल नचदा गश खा के आसमान नचदा बादल नचदा सावन नचदा आँखों का काजल नचदा गश खा के आसमान अपना सफा तू सितारों में जमीनों में तू ही तू मौला हर तरफा मार के मैंने जमीरों को माना बस एक तरफ है बाबा नचते वे कंधे मेरे नचदा वे तेरा सीना धोएंगे ईमान कैसे दिल गए दोनों ना बिना कुफर भी नचदा शुक्र भी नचदा नचदा वे बंदा तेरा नचदा वे मेरा औलिया नून भी नचदा मीम भी नचदा नचदा वे दीनो दुनिया नचदा गश खा के आसमान सच मैं ते कहना पाऊंगा सच तू सहना पाएगा वे मेरे साईं नाम पे तेरे जान
देता जाऊंगा वे मेरे साईं। ओ सच मैं ते कह ना पाऊंगा, सच तू सह ना पाएगा वे मेरे साईं। नाम पे तेरे जान देता जाऊंगा वे मेरे साईं। नचदा वे चूला मेरा, नचदा वे चौंका तेरा, बुझते बुझते वे पूछे टूटेगा कब ये फाका। भुख भी नचदी प्यास भी नचदी, नचदी वे आ गई मेरी, नचदी वे तेरी रोटियां। प्याली नचदी प्याला नचदा, नचदा वे हाला मेरा, नचदा गश खा के आसमान। Oh,
सिखाई है इश्क कोई मैंने सिखाई है इश्क कोई सुबह खिलाई है इश्क खिलता सजना है इश्क कोई उठता सफलता है इश्क कोई सांसों में दिखता है इश्क कोई आंखों में दिखता है इश्क
Огромная и великолепная атмосфера. Вот оно, настоящее шоу. И такое шоу было бы невозможно без поддержки наших друзей, наших спонсоров, а именно ресторан индийской кухни «Дхаба». Ресторан «Дхаба». В нем вы можете окунуться в атмосферу насыщенных вкусов. Только такая восточная кухня подарит яркие и незабываемые ощущения. Аутентичная, единственная в Твери индийская кухня, которая уже почти год радует своих гостей. Индийская кухня настолько выразительна, что обрела много поклонников. И такие города, как Москва и Тверь, не исключение. Тому, кто о ней ничего не знает, есть смысл попробовать разобраться, что же такого особенного есть в индийских кулинарных традициях. Ваши аплодисменты поддержат наших спонсоров. Также мы выражаем большую благодарность спонсорам мероприятия, а именно компания «Знаток». Это динамично развивающийся, вертикально интегрированный холдинг в четырех категориях консервации – мясной, рыбный, овощной и томатный. Проект «Знаток» представляет собой производство объединения как своих собственных площадок, так и проверенных заводов Российской Федерации, стран Европы и Азии, изготавливающих консервы высшей категории качества по отлаженным десятилетиями рецептурам. Неизменно высокие стандарты качества каждой единицы марки «Знаток». Доступная цена, разнообразие ассортимента, использование новейших технологий в пищевой индустрии и яркий дизайн и удобство. Каждый человек, придя в магазин, может с легкостью сделать выбор и сказать: «Знаток, знаю, что выбираю». Мы продолжаем. И сейчас на сцену выйдет она, жемчужина Сибири. Шарук Хан назвал ее «русская ракета». Утонченная, грациозная танцовщица, покорившая сердца поклонников индийской культуры не только России, но и Индии. Ваши аплодисменты, Елена Белова, город Новосибирск. Oh!
славятся своим боевым характером. Они могут наградить обидчика не только словом, но и пощечиной. Они не ходят стыдливо, опустив глаза, а смотрят прямо. Танец в исполнении шоу-балета «Амрабали» о том, как городские девушки из Дели приехали в индийскую деревню штата Пенджаб и начали подшучивать над местным деревенским парнем. Но он не стал сердиться на них. Увидев их красоту и изящество, пустился с девушками танцевать, ведь они так прекрасны. Ведь красота окружает нас всегда. Аплодисменты. Yeah.
композиция в стиле катхак, но на мелодику русской популярной песни «Ой, цветет калина». Оригинальное сочетание традиционной техники и хореографии классического танца Индии с мотивами, движениями русского. Танец, в котором сочетание двух культур, русской и индийской, нашло наиболее полное слияние. Та расхожая идея, что в индийском танце любой жест что-то значит, и любой человек без перевода может понять смысл танца, в композиции «Калина Тал» получила полное подтверждение. Этот танец стал визитной карточкой школы индийского классического танца «Чакар» в области индийского фьюжн-танца. Смотрим. Oh,
Ситара. Раднеш Койл, мы ждем вас на этой сцене. Добрый день, дорогие друзья. Я очень рад видеть всех вас сегодня с нами в этот радостный день. Я признателен, что вы пришли разделить с нами этот замечательный праздник красоты, таланта и настоящего служения танцу. И во первую очередь я хотел бы выразить свои слова восхищения моей супруге Лине Гойл. Мы сегодня погружаемся в волшебный и чарующий мир Индии, пластики и любви к самой жизни. Дорогие зрители, сегодня мы совершаем настоящее путешествие в загадочную и прекрасную страну. И, конечно, вы по-настоящему, по достоинству оцените мастерство всех участников шоу-балета «Амрапали». К этому празднику я уверен, что после нашего концерта вы полюбите Индию еще больше. В этом зале присутствуют люди, без которых не состоялось бы это мероприятие. За полную поддержку хочется сказать большое спасибо Дворцу культуры Хималакму. И участники концерта, руководителя и школы индийского классического танца «Чаккар», город Москва, Екатерину Селиверсову. Руководителя студии индийского танца «Анугама», город Санкт-Петербург, Анну Маша. Руководители ансамбля индийского, восточного и цыганского танца «Амрита», город Москва, Ирину Алишар и Андрея Буренина. Государственного руководителя Дворца культуры Хималакму Алису Владимировну Николаеву. Руководителя группы Bombay Dance, город Москва, Алину Ясмин. Руководителя коллектива индийского танца Лила Брэм Микс, город Домодедово, Татьяну Клишникову. Руководителя школы танца Элибели Елену Белову. Также от всего сердца я благодарю наших партнеров торговой марки «Знаток» и основателя моего друга, генерального директора Тихомирова Александра Леонидовича. Прошу вас. И директора Сунил Кумар индийского ресторана «Дхаба». По подготовке праздника без вас этот праздник не получилось бы настолько ярким и прекрасным, дорогие друзья. И, конечно, я хочу сказать спасибо моему другу, моему партнеру, моему горячему, любимому сыну Гойлу Ромелю и брату Гойлу Ромелю, которые внесли большой вклад в сегодняшний праздник. Ощутить Индию в Твери даже сегодня можно, посетив современный отель Ситара, по переводе с хинди, название которое означает «звезда». Звезда, которая освещает всем нам дорогу, даже когда очень темно и сложно. Звезда, которая дарит свет всем нуждающимся. Я счастлив, что Индия всегда находится рядом с Россией. И неважно, это сложное время или легкое, нам всем понятно. Я счастлив, что двери отеля «Ситара» всегда открыты, и в том числе для тех, кому очень нужен уютный дом. Сегодня на нашем празднике мы также открываем свои сердца для вас. И надеемся, что вы почувствуете нашу любовь и признательность. Желаю всем вам хорошего вечера. Спасибо большое. Занимать свое почетное место в зале.
с характерными песнями и танцами собирают миллионы зрителей во всем мире. Первое десятилетие после получения независимости Индии было для индийского кино золотой эрой. А инструментов для национального единения народов, говорящих в Индии на разных языках, были элементы традиционного индийского представления. Это песни и танцы. И мы переносимся с вами в золотую эру и продолжаем смотреть черно-белое кино от шоу-балет индийского танца «Амрапали». धर गया जी किसी की अदाओं पे मर गया जी बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी ऐसे चिकने चेहरे हो जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे ना नजर फिसले तो कैसे ना नजर फिसले जिंद मेरी ये
свой танец вновь дарит Елена Белова. Город Новосибирск. Рада, что мы присутствуем на таком великолепном празднике. И сердечно благодарю организаторов за то, что мы получили такое приглашение поучаствовать в такой яркой, неординарной программе под руководством творческой, бесконечно творческой, сильной личности Лины Александровны Гойл. Знаете, я когда готовила речь, я, естественно, пыталась понять, что же я хочу сказать, поэтому я кое-что написала. Надеюсь, вы не будете сильно на меня обижаться, если я иногда буду подглядывать. Мало ли что, ну, что-то вдруг забуду. Я уже сказала, неординарная личность, Лина Александровна Гойл. Но для меня она просто Лина. Мы знакомы уже очень много лет, около 20. И все эти годы, безусловно, с удовольствием наблюдали друг за другом. Я, безусловно, отмечала ее рост и как хореограф, и как, в принципе, творческая личность. Собственно, эта программа является тому подтверждением. На эту программу, вы сами видите, приехали одни из самых сильных коллективов в индийском танцевальном искусстве России. И это тоже дань им уважения и дань любви к творчеству коллектива Амрапали. Лина всегда очень глубоко изучает тот материал, с которым она будет работать. И никогда не чурается обращаться за советом к знатокам. Но советоваться она будет не с любым. К выбору знатоков она подходит не менее скрупулезно, чем к материалу. И надо очень четко соответствовать ее требованиям. Это я вам точно гарантирую. Вот. И поэтому для меня всегда было очень важно, что для Лины в ее творчестве всегда было глубокое сочетание и современных тенденций в индийском танцевальном эстрадном искусстве, и знание традиций, и поиск новых тем для танцев, и одновременно дань уважения к классическому наследию Индии. Поэтому программа получается такими неординарными, яркими, красочными. И это привлекает и новых поклонников, и, безусловно, радует ее друзей. Еще раз огромное спасибо за то, что вы нас пригласили. Я имею в виду всех организаторов этого концерта. И мы с удовольствием принимаем участие в вашей программе и надеемся в будущем на новые совместные проекты. Спасибо. Спасибо вам за эти теплые слова и примите нашу благодарность за то, что вы сегодня с нами. Спасибо вам.
Что ж, ретроспектива по песням из кинофильмов разных лет на тему муджра. Это одна из наиболее популярных тем в индийском танцевальном наследии кинематографа. Это очень интересное направление танца в индийской практике Болливуда. Мы представляем коллаж из отрывков разных песен разных лет индийского кино. Они все объединены только тем, что представляют направление муджра. Тем или иным образом героиня хочет привлечь внимание к себе. Где-то она просто заигрывает, в каком-то случае она поет, что для нее главный смысл жизни – это любовь. Разные характеры, разные ситуации, разные эпохи. Но желание нравиться живет женщине всегда. Школа индийского классического танца «Чагар», город Москва. Oh.
Ну а сейчас встречайте бурными аплодисментами ансамбль индийского танца «Амрита», город Москва. Добрый день, дорогие друзья!
Я очень рада приветствовать всех вас снова на этом прекрасном празднике. Индийское кино, которое сейчас известно в мире под названием Болливуд, это то, что объединяет нас, сидящих в этом зале, стоящих на этой сцене. Когда-то давно индийское кино собирало полные залы кинотеатров и для многих послужило толчком к дальнейшему, я не побоюсь сказать, выбору жизненного пути. Кого-то индийские фильмы вдохновили на то, чтобы изучать народные классические танцы и танцы индийского кино. Кому-то хотелось понимать, о чем поют и говорят наши любимые герои, и люди становятся индологами и изучают индийские языки. Также любовь к Индии объединяет семьи и создает семьи. И прекрасная семья Гойл, господин Ратнеш, Лина, Ромил, Шейла, люди, которые действительно соединяют в себе прекрасные чувства, такие как любовь, такие как дружба, такие как связи между Россией и Индией. И я благодарна Лине, Ратнешу Джи, Ромилу и Шейле, что они пригласили снова нас сюда, на этот прекрасный праздник. И я надеюсь, что такие праздники будут продолжаться. Привет из Санкт-Петербурга с горячей любовью. И также я очень рада, что студия «Анугама», где я тоже имею честь заниматься, также присутствует здесь. И я предоставляю слово моей подруге и коллеге, которых нас в Индии объединило много очень лет назад. И поэтому я с удовольствием... 30, да, не будем стесняться. И я предоставляю слово Ане Мощан. Мы благодарим вас. Спасибо. Спасибо за эти слова. Я думаю, Юлия сказала практически все. От себя я хотела бы просто добавить, что я сердечно благодарю за такой теплый прием. Я очень давняя фанатка, я не побоюсь этого слова, творчества Лины Гойл. Это замечательный артист, замечательный творец, потому что каждый номер – это произведение искусства. И я безмерно преклоняюсь перед ее творчеством и перед ее видением танца. Замечательный хореограф, замечательная танцовщица, замечательная, прекрасная, красивая женщина. Еще раз благодарю за гостеприимство, за приглашение. Это честь для нас принимать участие в таком грандиозном шоу. Спасибо большое из Санкт-Петербурга. Спасибо, Крис. Но мы благодарим вас и как участников. Спасибо вам большое, что вы сегодня с нами. Великий Мухаммад Рафи – один из золотых голосов мужского закадрового исполнения песен из индийского кино. Его голос соответствует любому жанру музыки, будь это плавная газал, жалобный банчан, романтическая песня или дикий динамичный крик «Яху!». Мухаммад Рафи добавил в свое творчество восхитительные нюансы и сделал их бессмертными. Вашему вниманию шоу-балет индийского танца «Амрапали». अपने रुख पर निगाह करने दो खूबसूरत गुनाह करने दो रुख से पर्दा हटाओ जान हया आज दिल को तबाह करने दो रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे हुजूर रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे हुजूर जलवा फिर एक बार दिखा दो मेरे हुजूर ये
कौन है जो सपनों में आया कौन है जो दिल में समाया दो झुक गया आसमां भी इश्क मेरा रंग लाया ओ प्रिया जो चिलमन है दुश्मन है हमारी ओ ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी कितनी शर्मीली ओ कितनी शर्मीली है हमारी ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी देखा तूने मैं तेरा बिस्मिल हो गया गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया संभालो मुझको ओ मेरे यारों संभलना मुश्किल हो गया Красотка я, глаза как пули и пламенный огонь в груди.
Дерзкий танец в стиле ноутанки. На сцене коллектив индийского танца «Лила Премикс», город Домодедово. Который является символом весны и прекрасного пения, то есть атрибутов любви. И в этой песне поется тоже о любви. Школа индийского классического танца «Чакар», город Москва.
встречайте бурными аплодисментами. Группа Bombay Dance, город Москва. Амрита, Ирину Алишат. Ваши аплодисменты. Здравствуйте, дорогие зрители. Мне сегодня очень приятно видеть мой коллектив на этой сцене. Мы здесь выступаем уже не первый раз. И всегда здесь самая прекрасная организация. Здесь всегда такой прекрасный прием. Поэтому прежде всего я хотела бы выразить свою благодарность руководителю коллектива Амрапали, прекрасной Лене Гойл, за то, что она всегда очень тщательно подходит к организации подобных мероприятий. У нее всегда приятно выступать, у нее всегда выступают самые интересные, самые сильные гости и коллективы. И сегодня на этой сцене собрались, мне кажется, именно такие. Вообще, мне кажется, что российских зрителей всегда интересовала индийская культура и Индия как сама страна. Возможно, какое-то неведомое нам родство душ. Поэтому приятно в зале видеть тоже и русские, и индийские лица. И мы надеемся, что сегодня вам все здесь тоже так же понравилось, как и нам. Сегодня прекрасный зал и прекрасные зрители. И я хотела бы, чтобы коллектив Амрапали продолжал свое прекрасное творчество, чтобы развивался
делал такие же великолепные постановки, какие мы увидели сегодня, а мы будем с удовольствием следить за творчеством этого коллектива и приезжать, если нас будут приглашать на эту сцену. Большое вам спасибо. Спасибо. Спасибо вам, поддержим, и это наша благодарность. Спасибо, что вы сегодня с нами. Спасибо. Ну что ж, а свое творчество вам дарит ансамбль индийского танца «Амрита», город Москва. Удивляла своими постановками, своими девочками, своими мальчиками, выбором своих песен, которые ложились на слух также и для русского зрителя, и для индийского зрителя. Это человек вкуса, это человек стиля, и я ее за это люблю и обожаю всем сердцем. И от всех моих девочек я
я хочу поблагодарить за то, что нас пригласили на это прекрасное, великолепное шоу. Я благодарю всех организаторов, которые все сделали по высшему классу, на мой счет, потому что очень тепло, очень приятно, очень душевно. И, конечно, нам немножко жаль, что нам не удается погулять по городу, как хотелось бы, в полной мере. Но я думаю, что у нас будет еще такая возможность. И спасибо вам большое, зрители, за вашу теплоту, за вашу поддержку. Она очень чувствуется на этой сцене. Я благодарю вас, я благодарю еще раз Лину Гойл, я благодарю ее семью за то, что они нас пригласили. И все так классно, здорово, восхитительно организовали. Спасибо большое. Мы благодарим вас. Спасибо вам большое. Ну что ж, мы продолжаем. Попури. Яркий танец под зажигательные современные песни Болливуда. Танцуем под дождем и играем в холле вместе с коллективом Lila Premix. Город Домодедово.
аплодисменты. Ну что ж, и на этой прекрасной ноте мы продолжаем. И приглашаем на эту сцену Елену Белову, руководителя школы Эбели, город Новосибирск. Здравствуйте, дорогие друзья! Мне очень приятно быть сегодня здесь, на этой сцене и в этом празднике танца. Впервые быть в этом городе историческом, в котором я очень давно хотела побывать, наконец-то я здесь. Спасибо вам большое за такой теплый прием, за ваши теплые аплодисменты, за великолепную организацию этого мероприятия. Организаторам огромное спасибо. Но здесь я не случайно. Мой визит не просто мое желание. Это определенный жест уважения и благодарности. В первую очередь, Лине Гойл. В какой-то момент у каждого из нас, тот, кто с самого детства увлекается индийской культурой, мы растем, развиваемся, в какой-то момент встает выбор. Соединить ли свою жизнь дальше с индийским танцем, либо оставить это как хобби. И в моей жизни также был такой период. И, конечно, я из обычной семьи, и в моей семье очень любят индийский танец, но, конечно, больше понимания как хобби. Однако в тот момент, когда я получала диплом в Новосибирске, пример Лины для меня стал одним из основных. Я поняла, что индийский танец может быть не просто хобби, он может быть частью жизни, он может быть выстроен как профессиональная карьера. Ее пример не просто был заразителен. Для меня она стала такой апсарой, на которую хотелось быть похожей, на которую хотелось равняться. И сейчас индийский танец – это дело моей жизни. Я уехала в Индию, развивалась там, приехала сюда. Сейчас у меня школа индийского танца, и во многом это благодаря именно Лине Гойл. Она, конечно, об этом даже не подозревает, потому что я никогда не училась у нее в классе. Я никогда не училась у нее напрямую, как у гуру. Но ее пример, ее личный опыт, ее профессиональная карьера, ее потрясающий вот внутренний рост, который отражается на постановках, их глубина поражает, их масштаб поражает. Он, конечно, дает такое впечатление, он заряжает, заражает и дает понимание о том, что именно в тот момент, когда у меня был этот выбор жизненный, он мне дал этот пример, понимание, что если есть мечта, то у нас уже есть силы на ее реализацию. И поэтому индийский танец стал не просто мечтой в моей жизни, а он стал профессией. И Лина, это благодарю вам. Во многом. Спасибо вам большое. Примите нашу благодарность, пожалуйста. Спасибо. Ну а сейчас я предлагаю просто вслушаться. Я обрела драгоценный камень любви и спрятала его в своем сердце. Все мирское – иллюзия и суета, истина – любовь. Звучит и правда очень красиво. А теперь попробуйте это прочувствовать вместе со студией индийского танца «Анугамма». Примы я тайна пая.
друзья, а что мы знаем об индийском кино? Мы знаем, что это особая вселенная, симбиоз разных жанров, настроений, тем и чувств. Чувства. Вот что отличает киноленту Индии от других. Он удивительный, современный Болливуд. Самой крупной точкой кинопроизводства в Индии остается Болливуд. Обилие красок, красивых нарядов и музыки, помогающих зрителям перенестись во вселенную наиярчайших картин. Добро пожаловать в ленты индийских грез. На сцене шоу-балет индийского танца «Амрапали». Танца «Лила Премикс»
Татьяну Кличникову и солистку коллектива Сонали Апарвала. Добрый вечер, уважаемые зрители, добрый вечер, уважаемые участники. Шоу танцевальное получилось действительно красочным, колоритным, фееричным, можно сказать. И сердечно хотелось бы поблагодарить инициатора этого праздника танца Лину Гойл. Большое спасибо за приглашение. Для нас честь стоять на этой сцене. От всего коллектива и, конечно же, от нашего руководителя Лила Проем Татьяны Сергеевны мы выражаем сердечную благодарность. Я очень надеюсь, что мы смогли передать красоту и изящество индийского танца, и очень надеюсь, что мы сможем встретиться еще. Мы как участники, как артисты видим чуть больше, чем зрители, и мы видим, какая большая работа проделана по созданию этого праздника, организация. Все очень хорошо, все здорово. Спасибо вам большое за такой теплый прием. Опять же, надеюсь на скорую встречу. Спасибо большое. Мы благодарим вас, зрители, наши благодарности. Спасибо вам большое. Ну что ж, мы продолжаем. Барабанщик, ударь в барабан. Пойте, люди вокруг, веселитесь. Разноцветен охвачен я. Мой любимый вернулся. Глядите. На сцене коллектив индийского танца Лила Премикс. Город Домодедово.
Москва. Постановку шоу-балета «Амрапали», где пересекаются две противоположные линии – война и нежный романтизм двух влюбленных. Неважно, какой ты культуры и национальности,
все, кто пришел к нам с открытым сердцем, для них мы распахиваем свои объятия и говорим: добро пожаловать! Смотрим! Karenge sabka swagat swag se karenge sabka swagat Karenge sabka swagat. Y'all ready to bring the riff back? Swag se karenge sabka swagat. Karenge sabka swagat swag se karenge sabka swagat swag se karenge sabka swagat Конечно, мастерство. Мы не устаем говорить спасибо нашим друзьям, нашим спонсорам. Компания «Знаток». Аплодисменты вам. «Знаток» – это не просто торговая марка, это миссия по объединению всего лучшего на рынке консервации. Мы приглашаем на сцену директора компании Александра Тихомирова. Пожалуйста, мы ждем вас здесь, на этой сцене. Добрый вечер. Очень рад здесь присутствовать. Спасибо Роману Шубоеву.
и Лини Гойл за хорошо организованную программу. Большое спасибо всем. Спасибо вам за теплые слова. Мы рады, что вы нас поддерживаете. Ну что ж, а продолжает наше великолепное шоу группа Bombay Dance. Город Москва. Аплодисменты. Знают, что мы делаем танцы в последнее время, и не только,
с определенным сюжетом. И сейчас мы хотим представить вам такой танец. Он называется «Манзур-э-Худа», что в переводе «По воле богов». В нем говорится о том, что мы приплыли издалека на бумажном кораблике для того, чтобы помочь нашим друзьям в борьбе, в битве. В этом танце вы увидите разные партии в разных костюмах, которые символизируют различные народности Индии. И в старину дела со связью были не очень плохи, не очень развиты, как сейчас. Для того, чтобы предупредить о начинающемся восстании, индийцы подожгли две очень красивые башни для того, чтобы сигнализировать о начале восстания. И также на заднем плане вы увидите так называемое колесо сансары. И мы готовы представить вам индийский танец «Манзур-э-Худа» по воле богов. Аплодисменты! Встречаем! Yeah.
Аплодисменты, спасибо. Думаю, что ни для кого не секрет, что в шоу-балете «Амрапали» великолепные солисты, которые радуют нас своим талантом. Сейчас я на правах ведущей хотела бы пригласить ведущую солистку шоу-балета «Амрапали» Екатерину Кудинову сюда, под ваши аплодисменты. Вы все ее знаете, вы все ее видели, наверное. Екатерина уже 15 лет танцует и живет этим коллективом. Эти аплодисменты также тебе, Екатерина. Дорогая Катя, наш коллектив, в котором мы так долго танцуем, разжег между нами искру. И сегодня, стоя на этой сцене, перед нашими родителями и друзьями, я хочу тебе задать один вопрос. Семья, в которой рождается любовь. А теперь с этими невероятными эмоциями мы продолжаем. Будет красиво. Под ваши аплодисменты. Шоу-балет индийского танца «Амрапали». Thank you.
मेरी जिंदगानी थामा हरो का इसको किसने हाँ ये तो बहता पानी कैसी कैसी पहली जिंदगानी बेबी Thank you.
Марина Александровна. Администрация Дворца культуры «Химволокно» выражает вам признательность и благодарность за подготовку и проведение танцевального шоу «Однажды в Болливуде». Мы благодарны вам. Это шоу действительно великолепно. Правда? Дорогие гости сегодняшнего шоу «Однажды в Болливуде», мы сердечно благодарим каждого из вас за то, что дали нам возможность подарить частичку себя. Мы были безмерно рады видеть вас сегодня в зале Дворца культуры «Химволокно» на незабываемом концерте шоу-балета «Амрапали». До новых встреч! पहली है ये कैसी पहली जिंदगी।